Если бы Россия в 1918 году не приняла решение о переходе на григорианский календарь исчисления времени, Старый Новый год бы не появился. Обычай праздновать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января в нашей стране связан с тем, что Русская Православная Церковь продолжает встречать и Новый год, и Рождество Христово по юлианскому календарю, разнящемуся пока с общепринятым на 13 дней. Но уже с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. Также 13 января отмечается Васильев вечер, он же Щедрый. По давней традиции в этот день накрывают богатый стол. Непременные атрибуты праздника – щедрая кутья, подчеркивающая окончание поста, вареники с сюрпризами, блины и пироги. Лепить вареники принято всей семьей, а сюрпризы в них прячут для того, чтобы в года не узнать, что ждет человека в будущем году. На Старый Новый год ужинать садятся всей семьей в праздничной одежде, а после ужина принято просить прощения у всех за возможные обиды, чтобы встретить Новый год в согласии и любви.